Из вещества того же мы созданы, что наши сны. Жизнь сном окружена. Эти шекспировские строки очень подходят к выставке «Сонное царство» Александры Федоровой и Андрея Верховцева. Там представлены работы, выполненные в технике акварели, фотографии, коллажа. Стремясь показать невидимое, некий скрытый таинственный мир сновидений, авторы представляют его через свое видение снов. Они показывают невидимое обычным взглядом, но оно, считают художники, доступно каждому, кто окунается в некое царство красоты, сказок, мечтаний и забвения. И каждый может или узнать свой мир и свои сновидения в их работах, или хотя бы увидеть их частичку. Хрустальный куб сновидений рассыпается на мелкие частицы каждый раз, когда мы открываем глаза, пробуждаясь ото сна. Сон и явь напоминают соединяющиеся колбы песочных часов. Плавно и непрерывно происходит пересыпание песчинок яви и сна. Каждое следующее мгновение они выстраивают новый рисунок. Одевать в слова образы сновидений для нас такая же одновременно простая и сложная задача, как и ответить на вопрос, куда исчезает белизна растаявшего снега.